Цирк не отчитывается об отходах. Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура провела в учреждении проверку, в ходе которой были выявлены нарушения законодательства об отходах производства и потребления. В результате работы цирка образуются отходы от кормов для животных, отработанное машинное масло, бумага и многое другое. Однако, как пояснили нам в природоохранной прокуратуре, нарушения касаются исключительно документов. Договор на вывоз отходов у учреждения есть, весь мусор утилизируют. Только при этом у цирка отсутствуют паспорта на отходы, не осуществляется учет и не предоставляется отчетность. В адрес директора цирка внесено представление об устранении нарушений. Виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности. На то, чтобы исправить нарушения, у руководства цирка месяц.